Наелся? Амиран. 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 А? Ты что? Что? Тебе что, плохо? Мне снится голос 11 декабря. И что там будет? И там будет победитель. Какой? Красивый, молодой. Перспективный? Мой спутник. Твой друг. Мой спутник. Твой друг. Мой друг. Твой спутник. Ребят, теперь мы перепрыгнули сюда. Ну что, близ решающий день, 11 декабря, прямой эфир. Честно скажу, переживаю. И очень верю и надеюсь на вашу поддержку. Хотя бы одну смс. Но вы должны прислать хотя бы одну. Но если пришлете по три, то мы всех разорвем и всех выиграем. А теперь слово Армении. Ребят, надо ему помочь. Реально, он волнуется, он не передает все эти эмоции, но когда за кадром он рассказывает о том, как он переживает. Мы со своей стороны ему поможем, а ты со своей стороны должен выложиться на максимум. Понял? Чтобы мы не стыдно нам было за тебя. Чтобы потом мне не говорили, Амиран, блядь, нахуй мы его поддерживали. Понимаешь? Вот такого, чтобы не было. Ладно? Мне не надо позориться за тебя. Что сказал? Нет. Песня «Ранетки. Какие милые детки». Хороший выбор. Амиран, как ты думаешь, Олег победит? Если мы его поддержим, каждый отправит по 3 смски, а я надеюсь, что получится аккумулировать аудиторию под 100 тысяч человек, по 3 смски это 300 тысяч человек, это огромная аудитория, огромная, я думаю, да, получится. Все, каждая смска решает все. 3 отправлю, вот, я 15 пошлю, отлично, как тебя зовут? Я 300 пошлю. Спасибо, друг. Я 300 пошлю. Ах ты, не горячись. Ах ты, пиздун. Слушайте, но это будет очень круто, если вы проголосуете. Если вы все отправите за меня смски, это будет очень круто. Если вы все, каждый по 300 смс если... отправите. Да не, по 300 это много. Отправите по 3 смски, будет просто невероятно. Вот, но я обещаю со своей стороны выложиться максимально. Песня хорошая. А можешь слезу пустить, чтобы прям убедительно было? Нет, ты можешь. Не, я не могу. Ты я можешь, не, давай. Не актер. Давай. Я не могу. Ну давай, ладно. Давай, хочешь, я все испорчу? Да. Нет. Ну что, будем каждый день с вами на связи. 11 декабря. Прямой эфир, Первый канал, Голос. Идем в полуфинал. Идем куда? Идем в финал. В полуфинал. Финал. В полуфинал. Идем за победой. Мы, Чернорусь. Ой, извините. Мы, Чернорусь. Мы идем за победой. Я Русь, ты черный. Не, я черный. А ты кто? Я Русь. Ты упырь. Я Русь. Хорошо. Я русский офицер, славянин. Хорошо. Русские вперед. Русские вперед. Ты русский? Да. Я русский. Я чернорусский. Особенно это круто смотрится на фоне тех ребят, которые сзади стоят. Мне кажется, я в душе всегда был русским. Вот прям с самого детства. Вот я родился русским, просто с кожей не повезло. Такой у меня друг. Веселый. Амиран, что с Катей? Все хорошо. Все прекрасно. Завтра свадьба. И переживания, волнуйся. Да нет, не то, что я, блин, переживаю. Ты волнуешься, скажи, как есть. Ну, естественно, прямой эфир. Ты не спишь. Это голосование. Ну. Это реально проверка вообще нашей аудитории, наших подписчиков. Да? Давай, покажи меня. Вот я против такой дешевой манипуляции. Просто попроси. Подошлите за меня, пожалуйста, по одной смс-ке. По одной смс-ке или по три. По три, да. Если по три, то будет бомба.
Если по 300, тоже ничего страшного. Если по 300 будет возможность, то есть, ну, скиньте 300, будет вообще... Видите, как он переживает, блядь. И вот так целый день. У него даже тренажеры и гантели валились. Это у тебя? В зале. У меня голова кружилась. Амиран сегодня пришел в зал второй раз в жизни. У него загружилась голова. И пошел снимать. И он пошел есть. Голос не купленный. Ну, по крайней мере, в нашей команде точно. Зато, покажите меня. Но если мы ему поможем победить, будут говорить, что куплены. Пусть. Если я пройду, все будут говорить, что куплены. Так давайте, пускай говорят, все куплены. Давайте пройдем, давайте отправим смски. Все, ты уже очень долго просишь, ты не как будто мы с тобой, все. Ноешь. Давай, да. Скажите что-нибудь теперь не про пиано. Интересное, расскажи. В понедельник новый выпуск «Дневник Хача». Это ранняя агитация. Будет бэкстейдж еще с голоса, с этого эфира. Приду я, и придет мой друг GoPro. Сколько будет стоить смс? Блин, я не помню, честно. 50 рублей. 50 рублей? Не знаю, я на скидку сказал, но мне кажется, недорого. 150 рублей — это недорого, да? Или дорого? 50 рублей? Я не знаю, ну, наверное. Ну, хоть за одну недорого. За три тоже не очень. 50 рублей вот пишут. Ладно, ребятки, всем хорошего вечера. Мы сейчас докушаем, поедем по домам. Всех обнял. Спасибо, ребят. 11 Спасибо. Декабря. До свидания. 11 декабря встречаемся в прямом эфире на первом. Жду ваших смс, жду вашей поддержки. Пока. Опять сейчас будет.